Депутати Лисичанської міської ради заборонили діяльність підприємств із переробки гумових виробів методом піролізу. Таке рішення позачергово ухвалили на сесії, куди прийшли жителі одного з районів Лисичанська. Сюди скаржаться на їдкий неприємний запах та звинувачують підприємство «Луганськпереробка» в незаконній діяльності. В непосредственной близости находится, как уже сказал Андрей, областная детская больница. Это кощунство иметь такое предприятие в такой близости. Плюс два детских... Три. Три детских сада. Школы. Такие предприятия должны располагаться далеко за чертой города и вообще желательно не в нашем любимом Лисичанске. Два месяца назад мы голосовали на сессии, мы прекратили эту аренду, и через два месяца эта Луганск-переработка начала работать. А это действительно небезопасно. Я просто хочу сказать, 10-й, 11-й год, 9-й год. Я еще была в городе, в Луганске.